В школах и больницах пить — вот такое необычное заявление. С Нового года алкоголь можно будет продавать в образовательных и медицинских учреждениях. Соответствующую поправку внесли в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Вот цитата. Это аттракцион невиданной щедрости от наших законодателей. Наконец-то раскручивание гаек. Главврач или директор решают, сдавать помещение в аренду или нет. Если они сдают его предприятию общепита, то таким образом дают разрешение на торговлю алкоголем, предусмотренное законом. Правда, должны быть соблюдены условия. Рестораном может стать помещение, которое организация, например, школа или роддом, сдала в аренду. К тому же вход в бар должен располагаться отдельно и на расстоянии не менее 25 метров от основного входа. Разумеется, питейное заведение не должно использоваться образовательным или медицинским учреждением. То есть проводить уроки или принимать пациентов в баре строго запрещается. Эксперты полагают, что особой популярностью подобные торговые точки будут пользоваться около вузов и клиник.